Со дна, поднимая всю грязь, ревела, бурлила, спешила, как будто с собою борясь, река не текла, а крушила. Сплетая потоки воды, течением камни мешала с лицом неизбежной беды, силищей своей увлекала. Несла на кипящей спине бревна и мусор, и баржи, что в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном срываясь. Он был, несомненно, красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку бы ту не входить, но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению вплыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность. И многие люди могли в бинокли увидеть опасность. Но логике всей, вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, не видя поток за бортом, но, видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет день и ночь, год и два, и против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей: «К чему этот цирк и упорство? Смени направление, шут! Зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут. Да что с чудаком объясняться?» Так в гуще враждебной среды, один против тысячи мнений, один против силы воды, под резкость чужих изречений он плыл. И в своем убежден, насмешки терпел и смирялся. На маленьком судне своем, пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил: получилось, и, выпустив весла, обмяк. На грудь голова наклонилась, а мысли шептали: «Ты смог! Смотри, тихо лодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет. Всего лишь минутку, и в путь». И вторило мыслям все тело: «Позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело». И словно свинцом растеклась с плечей до пят злая дрема, уснул. Ну а лодка, кружась, и ветра дождалась, и грома, и к разным плыла берегам, на камни не раз натыкалась, навстречу зовущим волнам течением вновь увлекалась. Один за одним поворот, но спит человек непробудно, и весла упали за борт. И вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. Друг мой, нам ли в пути отдыхать? Река вырвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай. Пусть трудно порою и больно. И сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила. И в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтоб нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, средь суетных дней и распутных
неважно, кто как начинал. Как верно, кто шел и отважно, венчает нас только финал. Начало же было неважно. Аминь. Аминь.